железяке далеко не улетишь. На старой железяке далеко не уплывешь. Хорош сидеть во мраке и ворочать железяки. Вся жизнь твоя изменится, как только подберешь. Тот самый бинго, 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 бинго. Наука штука хитрая, мозги прокипятишь. Наука штука крепкая, все зубы обдерешь. Хорош сидеть во мраке и ворочать железяки. Вся жизнь твоя изменится, как только подберешь. Тот самый бинго. Неслыханно, просто неслыханно. Ведь было сказано всем пройти обязательную вакцинацию, да? Было сказано всем пройти обязательную вакцинацию. Адреналин? Обязательную, понимаете? Обязательную, повальную. Все на прививку. Делов-то один уху... Нет, нашелся один особо исключительный. Все пройти обязательную вакцинацию. Адреналин? Это, по-вашему, чисто? Нашелся один особо исключительный. Нашелся все-таки, а? Самый умный. Как-то все криво. Но дело в том, что один укольчик. Нет, пингвины не полеют. Сказал он. И вот, получите, распишитесь. Вирусов полный организм. Чихаем, кашляем, температурим, расшатываем здоровье себе и окружающим. А вирусу все равно, пингвин ты или страус. А ведь было, было сказано всем Ёжик, пройти в вакцинацию. Мне уже глаз дергается. Повальную. Что? Так, вакцинация. Всем без исключений. Все прошли, ну все. Все здоровенькие. Все, кроме одного, который сказал... Криво все как-то. Да! И где теперь этот пингвин, который не полеет? Где? А вот он. Лежит и шмыгает. И температурит, набитый вирусами по самую макушку. А между тем ведь было, было сказано... Детский сад, штаны на лямках. Савунья, было сказано. Тебя к телефону. Меня? Кто? Министр здравоохранения. Я на минуточку. Полнейшая пингвинья безответственность. А я не знал, что кофе так бодрит. Да уж. Криво все? Это не криво. Это график изменения температуры, давления, пульса. Практически это карта боевых действий. Ух ты! А кто с кем воюет? Лейкоциты в организме Пина борются с вирусами. Борьба внутри Пина? Да, но пока лейкоциты не могут победить. Ёжик, есть дело. Слышал, что Лосяш сказал? Слышал, но не понял. А я понял. Понял главное. Внутри Пина хорошие ребята борются с плохими. И плохие пока побеждают. Вакцинация! Только повальная вакцинация. Хоть пингвинов, хоть страусов, хоть министров. Всех. Всех без исключения. С вирусом шутки плохи. Вирус бьет без промаха. По непривитому организму безответственного. Хорошим ребятам внутри Пина надо помочь. Но как? Есть идея. Адреналин. Бросай швабру. Вот он, наш боевой корабль. Это же
уменьшающий модуль. Ну да! На нем мы отправимся в организм Пина, поможем хорошим ребятам, а по плохим нанесем решающий удар! Плохая идея. Бортовой компьютер! Уменьшаемся в 1000 раз! Принято! Плохая идея. От винта! Плохая идея! Процесс уменьшения завершен. Запас батареи уменьшителя на 30 минут. Ёжик, мы уменьшились! Ого! Поехали! Мы сейчас размером с пилюльку. Вот так узенькие. Бортовой компьютер, курс на медпункт. Принято. Держите прямо. Первый поворот направо. Поворот направо. Срежем путь. Так. Изменение маршрута. Примите влево. Изменение маршрута. Изменение маршрута. Изменение маршрута. Изменение маршрута. Маршрут не определяется. Маршрут не определяется. Маршрут не определяется. Маршрут не определяется. Куда вас несет? Жаль! Министр не дозвонился. Уж ему ли не знать всю важность? Вы прибыли к месту назначения. Чтоб вас... Класс! Заметьте, вакцинации. Суспензия. Ну, пора в недра Пина. Да прибудет с нами сила. А всего-то надо было прийти на прививку, а не крутить гайки в открытом космосе, где сплошные... По-моему, спутники. Мы в недрах стакана. Все продумано. Пин сейчас примет микстурку и нас вместе с ней. Я гений. Крупноваты мы для Пина. Вдруг он поперхнется. Хм, логично. Бортовой компьютер. Уменьшаемся в 100 раз. Принято. Авантюристы. Чудесную микстуру перед клизмой. О, адреналин. Как-то все... Да-да, все криво. Да, открой рот. Прими микстуру. Вот и чудненько. Вот ты чудненько! Мы на месте! Ну и где тут враги? Ни хороших, ни плохих. Алло! Лосяш! Лосяш! Прием! Лосяш, что ты там говорил про борьбу внутри Пина? Можно поподробнее? Ну что ж, пытливые вы мои. Тяга к знаниям очень похвальна. Так вот... Наш организм практически всегда окружают микробы, бактерии и вирусы. И многие из них довольно опасны. К счастью, мы способны противостоять этим незваным гостям. Первая линия нашей обороны – это кожа, которая не пускает инородцев внутрь. Кроме того, наши слезы содержат вещества, которые губительны для бактерий. Ну, а если микробы каким-либо образом проникнут в желудок, то сразу погибнут в соляной кислоте, с помощью которой мы перевариваем пищу. Ёжик, а мы случайно не в желудок едем? Не знаю. Что? Ничего-ничего, продолжай. Да, так вот. Иногда микробам все-таки удается прорвать первую линию обороны, и они попадают в наш организм.
Но там они сталкиваются с нашими внутренними войсками – лейкоцитами. Так называются белые клетки крови. А вся система защиты организма от микробов называется иммунитет. Так где, ты говоришь, все эти микробы, вирусы обычно тусуются? В кровеносной системе. А почему вы говорите из уменьшающего модуля? Адреналин? Лосяш, забери кофе у Савуньи. Конец связи. Молодежь! Ёжик, ты все понял? А я понял. Понял, что наши враги там, в кровососной системе. Или там. Или там. Бортовой компьютер в кровососную систему. Чтоб я знала, где система такая. Кровеносная. Принято. Не нравится мне все это. А я говорила, криво все как-то. Итак, наша геройская миссия – помочь местным лейкам, циркам, ну, хорошим ребятам побить вредных вирусов. Вот только все попрятались куда-то. В прятки, значит, со мной играть. Бортовой компьютер, приготовить скафандры. Красные ватрушки какие-то. Ребят не видно. Я так и знал. Ну и кто из них тут кто? Странно. Обычно я врага за версту чую. Катастрофа! Крош и ежик в уменьшающем модуле, а модуль внутри пина. А я говорила, вакцинация. А то лезет в организм, кто не попадя. Кофейку? Алес капут. Пин не пришел на прививку от гриппа и, конечно же, заболел. Савунья крайне возмущена таким безответственным поведением. Лосяш рассказывает Крошу и ежику о борьбе организма Пина с вирусами. Крош решает помочь Пину победить болезнь. Вместе с ежиком они пробираются в аппарат под названием «Уменьшающий модуль». Уменьшившись, друзья попадают в организм Пина, где встречаются с его обитателями. Приветствуем вас! Мы пришли с миром. Ага. С каким миром, ежик? Тут война идет! Может, это враги? Не нравится мне выражение их... лиц. Вон еще кто-то. Это точно враг. Наверное. Бортовой компьютер, покажи местоположение уменьшающего модуля. Так, так, так. Ага, вот вы где. А это еще что? Они покинули модуль? Молодежь. Ёжик, не похоже, чтобы тут кто-то с кем-то воевал. Может, Пин выздоровел уже? О, мы пришли с миром! Это еще кто? Это вирус! Лосяш? Держитесь от него подальше! Мы подключились к видеокамере в вашем скафандре и видим, что вы в большой опасности. Да нормально все. Ты только скажи, если вот тот вирус, значит, эти хорошие ребята. Хе-хе, привет! Ой! Лосяш, а что это за штуку дали мне и ежику? Вон те хорошие ребята.
Эти, как вы изволили выразиться, хорошие ребята – лимфоциты. А штуки эти они используют для борьбы с вирусами. Так это оружие! Ха-ха! Ну, держите меня, семеро! Где враги? Немедленно бросьте эту штуку, или вас съедят! Как это съедят? Взгляните на вирус! Как только микробы проникают в организм, их замечают лимфоциты. Лимфоцит выпускает в кровь специальные метки, которые называются антитела. А почему этому микробу дали такую же штуку? И еще больше, чем мне? Потому что когда антитела прилипают к бактериям и вирусам, они делают их заметными для других лейкоцитов – фагоцитов. Фагоциты всегда голодные и едят то, что замечают. В результате все пришельцы оказываются съеденными, а организм выздоравливает. Но мы же хорошие! Эй, морда! Аборт! Ёжик, нас здесь не поняли. Поверить не могу! Нас, героев и иммунитета, приняли за вирусы! Меня перепутали с заразой! Меня, который всегда за хороший! Не ожидал я от ребят такого! Хорошие вы или плохие, прежде всего, вы чужаки для организма. Вот вас и приняли за врагов. Без прививки. Осторожно! Связь пропала. Это даже не криво. Это капут. Найн. Что, съел? Ты не помнишь, где мы модуль припарковали? И где мы вообще? Нужно вытаскивать их оттуда. Бортовой компьютер. Прием. Я хочу домой. Ёжик, смотри! Чётко работают ребята. Я хочу домой. Ёжик, даже не дыши. Я не хотеть, чтобы мой организм так бороться с Крош и Ёжик. Друг мой, вам нельзя волноваться. Чем больше вы волнуетесь, тем быстрее сердце гонит кровь по вашим сосудам. А значит, тем быстрее ваши лейкоциты бегут за Крошем и Ёжиком. Адреналин! Теперь я волноваться еще больше. Объекты обнаружены. Объекты обнаружены. Наконец-то. Они живы, но все еще вне модуля. Бортовой компьютер. Модуль направить к объектам и срочно эвакуировать. Принято. Хочу домой, хочу домой. Все, кролик, допрыгался. Домой, хочу домой, хочу домой. Кролики не сдаются! Объекты на борту. Приступаю к эвакуации. А
Отлично. Так, так. Держитесь кровеносной системы. Там меньше всего лейкоцитов. Принято. А где их больше всего? В костном мозге, селезенке и лимфатических узлах. Туго вирусом приходится в этой самой селезенке. Я вот только одно понять не могу. Если эти лейки, цирки так хорошо с вирусами справляются, зачем тогда все эти лекарства и прививки? К сожалению, вирусы постоянно меняются и мутируют. Лимфоцитам нужно время, чтобы подобрать к новым вирусам подходящие антитела, которые смогут к ним прилипнуть. Пока лимфоциты экспериментируют, вирусы хозяйничают в нашем организме, а мы болеем. Есть специальные лекарства, которые помогают нашим лейкоцитам. А еще можно выпить горячего чаю и разогнать кровообращение. Тогда лейкоциты будут двигаться быстрее и действовать лучше. Но лучше не доводить до болезни и сделать прививку. Прививкой мы вводим в организм ослабленный вирус, с которым организм легко справляется. Но лимфоциты запоминают его и в следующий раз справляются с таким же вирусом гораздо эффективнее. Заряд батареи уменьшителя на 2 минуты. Этого еще не хватало. Полный вперед! Принято. Полундра! До увеличения осталась 1 минута. Скорее, скорее! Через альвеолы в бронхи и далее по трахее. Принято. О! А если не успеем? Лучше не думать о том, что Пина просто разорвет. До увеличения осталось 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Вируса. Я одному ха, второму с ноги ха. Что? Все так и было. Да ладно, мои подвиги не главное. Главное, что Пину полегчало. Верно, ежик? Первую Нобелевскую премию за изучение иммунитета получили в 1908 году русский ученый Илья Мечников и немецкий ученый Пауль Эрлих. Илья Мечников славен многими открытиями, среди которых знаменитый рецепт мечниковской простокваши. Спустя более 100 лет изучение вечной борьбы нашего организма с микробами не заканчивается, а ученые продолжают совершать новые открытия и получать Нобелевские премии. В 2011 году за изучение врожденного иммунитета Нобелевскую премию получили американец Брюс Бойтлер, канадец Ральф Штайман и француз Жюль Хоффман.